Приветствую всех. Здравствуйте. Я буду выпускать свои видео, еще те, которые мы снимали в Мариуполе. Много разрушений, которые мы видели. То, что мы нашли в своей квартире обгоревшие. А это сейчас мы в Краснодаре, здесь на площади Пушкина ярмарка. Мне очень заинтересовали вот эти вот фургончики. Мы их вечером подходили, смотрели. Кухонька. Диванчик раскладываю со спальню, что можно так поспать. Страшно подумать, сколько это стоит. Вчера? Не наш? Прикольно. Я бы такое приобрела. Серега говорит, а зимой где бы жили бы? Я говорю, буржуйку поставили бы, обогревались. О, даже свадьба. Сцена. Приходите, это к Дню города. Сказали, будет до 25 числа. Дни города, я так понимаю, вас раздали 25 число. А, я вас опять трясу. Ну да, много. Мороженое 18+. Грибочки. Алтайские грусть 1000 рублей. Лисички соленые 800 рублей. Грусть квашеная 1500. Маслята 900 рублей. А, я хочу все. Рыбка. Камчатский, это соболь с краю запада подвижек. На Тихоокеанский, это лично еще масса. Так, которые огурцами пахнут? Конечно, он у нас свежий, вы можете убедиться. Хорошо. Уже она вас дома расставит. У меня стекот с Леней. Сейчас бы картошечку мандири, а рыбку так с грибочками. Я, наверное, голодная. Цивилизация. Серега смеется. А я радуюсь. Мы тут идем, а тут музыка. Самая играющая. Не было 4 руки. Сижу, читаю новости, а тут фейерверк. Слышно. А я новости читаю, что Донецк даже в центр прилетает. Аж мурашки по коже пошли.